Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! Сегодняшний наш видеообзор посвящен сорту розы Манстедвуд. Роза Манстедвуд – один из лучших английских сортов для декорирования ландшафта. Она получила немало отзывов и наград. Этот сорт был выведен Дэвидом Остином в 2007 году и был определен как шраб. У нас, в нашей клумбе, эта роза растет уже 9-й год. Высажено там 6 кустов. Растут они довольно хорошо. Единственное, во второй год после посадки подмерз один из кустов, его пришлось заменить. Но это, наверное, не показательно, потому как остальные 7 лет живут, зимуют, растут они очень хорошо. На 20 июня уже 10 дней вовсю идет волна первое цветение, очень обильная. Роза красиво растет, вся в цветах, кусты шикарные. После обработки инсектицидами проверяем, как подействовали инсектициды. Обрабатывали против трипсов и тли. Роза чистая. Инсектициды подействовали. Ну, хотя мы обрабатываем для профилактики. В связи с этим кусты всегда стоят опрятные, чистые, красивые. Манстедвуд отличается раскидистой кроной, хорошо облиственным кустом. Соцветия розы – это бутоны темно-красного малинового цвета, имеющие округлую форму. Роза любит больше солнечные места. В жаркую погоду на солнце приобретают цвет ближе к фиолетовому. На 25 июня до сих пор еще розы цветут. Очень много бутонов набирается. Цветет она постоянно. Перерывы есть, но они небольшие. Все равно там несколько цветков всегда присутствуют. Это наша часть розария, где английские розы высажены. Вот здесь на цвету видно сиреневатый фиолетовый оттенок у самих бутонов. Запах у розы тоже великолепный. Запах розового масла классического с фруктовой ноткой. Вырастает куст до 1 метра в высоту и 60 сантиметров в ширину. Листва также ярко-зеленая. При этом молодая листва имеет красно-бронзовый цвет и хорошо контрастирует с самими цветами. Вот опять же, 1 июля, 3 недели. Роза подросла и в высоту, и также цветет, и также много бутонов. Как и другие остинки, разрослась она у нас в полном цвете к 3-му году. На сегодняшний день растет уже 9-й год. Цветет волнами до самой глубокой осени. На кусту цветы держатся очень хорошо. К 10 сентября вторая волна цветения. Розы разрослись еще больше, стали выше, шире. Ну и опять цветут роскошными, темно-красными цветами. В общем-то, из остинок это самая темная, самая бордовая роза. С очень ярким, ярко выраженным ароматом. Устойчивость к заболеваниям выше средней. Зимует роза тоже великолепно. Хорошо дожди держит. В общем-то, эту розу мы рекомендуем. Дальше можете понаблюдать, как роза сорта Манстедвуд распускается в режиме интервальной съемки. На сегодня у нас все. До свидания. До новых встреч.
Thank you.